Здесь очередной тур, который уже по счету является у нас восьмым. Второй матч сегодняшнего игрового дня ЦСКА. Давайте мы уже посмотрели, а теперь состояние команд, которые идут на девятом и, соответственно, шестом месте. Сити Элмок. Скорее всего, будет упорная борьба. И не думая, что кто-то выиграет крупно. Хотя после вот таких голов иногда мнение меняется. Роман Пачев. Блестящий скидка от Сурмила. И блестящий удар украинского легионера Сити. Сити выходит вперед. Блестяще вообще все сделали здесь. Ребята из Ленинградской области. Дельта уже только по итогам московского этапа должны оказаться у нас плей-офф. А сейчас у нас Сити забивает второй гол в этом матче. 2-0 счет становится. 2-0 Самохвалов, между прочим, забивает за Сити. И пока что в этом матче Элмонт не может ничего противостоять. Элмонт пропускает третий гол. Степан Сурмила делает счет 3-0. Да, ближний угол Яснов здесь сумел мяч посылает. Не сумел справиться здесь Яснов. Он становится для Элмонта немного уже даже угрожающим. Статинов, контратака вот здесь у Элмонта и забивает Антон Калошин. 3-1. 3-1. Калошин использует голевые передачи Константинов. Константин очень все здесь здорово сделал. Технично поднял мяч. В лед отдал на Калошин. В той манере как-то их задумал. Бокач через себя. Получается передача Константинов. 2-3. 2-3. Вот так вот. Вот вам Иван Константинов. Забивает Козлов мощно, пробивает в девятку, и снова даже, мне кажется, если бы угадал, вряд ли бы взял удар Вячеслава. Эмоциональная радость молодого парня, само собой, конечно, в таком матче, который много очень решает и зависит от него очень достаточно многое в дальнейшем. Гол записали. Еще момент у Козлова! Не забить, так. И 6-2 счет становится, да. Пора брать уже тайм-аут, наверное, Элмонту. Чики. Вот и он. Сделал то, что от него, наверное, ждут. И замена вратаря будет Элмонта. И снова меняется на Кирьянова. Но хотя опять какие здесь вопросы и снова. Перемечет, конечно. Как действовать. Бокач здорово сыграл. Есть преимущество Элмонта. Константинов, самую девятину. Иван Константинов. Дубль в исполнении 21 номера. 6-3. Здесь очень здорово сыграл Бокач. Отрезал сразу троих, потому что передача от Кирьянова пошла самая резкая и быстрая. Действует Элмот. Хорошая скидка, удар и 4-6 уже в этом матче. Здорово. Здорово здесь Элмот разыграл. Оба Борисова поучаствовали, но и Кирьянов тоже. 4-6 в этом матче. И еще играть очень-очень много. Смотрим здесь этот розыгрыш. Один Борисов на другого Борисова. Там в атаке. Чинский на Константинова. Константинов с левой ноги и забивает Константинов. 6-5, хэт-трик Ивана Константинова. И еще
5 минут с небольшим в этом поединке. Константинов. И теперь, напомню, 6-2 сейчас был в этом матче в пользу Сити. Сейчас уже 6-5. И еще момент, и 6-6. Мило, контратака, гол! 7-6 Сити! Неужели Сити все-таки вырвет здесь победу? И Монт немножко заигрался и пропустил контратаку. Таманин здесь в ней поучаствовал, ну а забил Степан Сурмило. Вот это сила Сурмило, посмотрите, без шансов для Яснова. В итоге Сити одерживает очень тяжелую победу, тяжелейшую победу. Илмонт на самом-то деле в этом матче был хорош. Ну, мы отдыхали почти весь день, как бы собрались командой, вместе поговорили, разобрали игру, которая была до этого со Спартаком. Поняли, какие наши главные ошибки и старались в этой игре не допускать. А получилось ли их избежать? Не все, конечно, но будем стараться.